Неподалеку от леса живет Корней Корнеич, а паук Шнюк сушит здесь свою паутину. Красивая у вас паутина, дядя Шнюк. Паутина отличная, ручной работы. Вот только летают тут всякие и ее портят. Кто это всякие? Бабочки. Да вот, сам посмотри. Вот, видишь, какая беда с моей паутиной приключилась. Ой, а по-моему, это с бабочкой беда приключилась. Ну, я это и хотел сказать. А теперь бабочку освободить нужно. Но у меня на паутине кодовый замок установлен. А код я и забыл совсем. Какой ужас! Ну ничего, я что-нибудь придумаю. Правильно! Не получилось! Отлично! Правильно! Ура! Мы освободили бабочку! И паутину не повредили. Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Замечательно! Отлично! Правильно! Отлично! Ура! Мы освободили бабочку! И паутину не повредили. Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Правильно! Отлично! Замечательно! Отлично! Ура! Мы освободили бабочку! Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Правильно! Отлично! Правильно! Отлично! Ура! Мы освободили бабочку! И паутину не повредили. Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Замечательно! Отлично! Правильно! Отлично! Замечательно! Отлично! Ура! Мы освободили бабочку! И паутину не повредили. Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Правильно! Замечательно! Правильно! Отлично! Правильно! Ура! Мы освободили бабочку! И паутину не повредили. Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Замечательно! Отлично! Замечательно! Отлично! Замечательно! Мы освободили бабочку! И паутину не повредили.
Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Ой, не получилось. Правильно. Замечательно. Правильно. Замечательно. Отлично. Правильно. Ура! Мы освободили бабочку. И паутину не повредили. Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Отлично! Правильно! Ура! Мы освободили бабочку! И паутину не повредили. Опять в моей паутине кто-то запутался. Просто какой-то кошмар. Нужно освободить еще одну бабочку. Поможешь мне? Замечательно! Правильно! Отлично! Замечательно! Отлично! Замечательно! Ура! Мы освободили бабочку! Все, на сегодня хватит. Сейчас сверну паутину и отнесу домой. Ура! Мы освободили всех бабочек! Поздравляю! Ты справился с первым своим заданием. Выполни все, и ты получишь приз. Есть кто в норке? Есть. Я. А что вы там делаете, Корней Корнеич? Грибы солю. Иди посмотри, может, и научишься у меня чему-то. Засолка грибов – дело чрезвычайно ответственное. И мне понадобится твоя помощь, Лунтик. Будешь грибы подавать? А какие? Всякие. Для засолки важен ассортимент. Я уж посмотрю, какая буква на грибе, и подберу правильные приправы. Значит, нужно перебрать для Корнея Корнеича весь алфавит грибов. Поможешь мне? Берем гриб А. Так, что у нас тут? Буква... Гласная. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб Б. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... Согласная. Звонкая. Твердая. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб В. Так, что у нас тут? Буква... Согласная. Звонкая.
твердая. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб Г. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... согласная. Звонкая. Твердая. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб Д. Так, что у нас тут? Буква согласная. Звонкая. Твердая. Гриб готов. Теперь нужен следующий. В нижней части экрана находится закладка. Нажав на нее, можно достать книжку с полезными кнопками, которые помогут тебе играть. Берем гриб Е. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... гласная. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб Ё. Так, что у нас тут? Буква гласная. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб Ж. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас согласная. Звонкая. Твердая. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб З. Так, что у нас тут? Буква согласная. Звонкая. Твердая. Гриб готов. Теперь нужен следующий. Берем гриб И. Так, посмотрим этот гриб. Ага, значит, буква у нас... гласная. Гриб засолен. Давай следующий. Берем гриб и краткое. Так, что у нас тут? Буква
Согласна я. Звонкая. Мягкая. Гриб готов. Ну вот, мы грибы засолили. Отлично! Отлично! Ты справился уже со вторым заданием. Теперь приз стал ближе. Будем делать. Давайте пойдем в лес. А ты что здесь делаешь, Лунтик? Да так, гуляю. А нечего здесь гулять. Мы здесь всякие вкусности собираем, но с тобой делиться не станем. А со мной и не надо делиться. Я совсем не голоден. Ну, тогда можешь оставаться. Ой, яблочко. Руками не трогать. Очень яблочек хочется. Но только яблоки на этом дереве не обычные, а буквенные какие-то. Вкусные только с той буквой, которая у меня на табличке пропущена. Просто издевательство какое-то. Слушай, помоги поесть яблочек, будь другом. Всего-то и нужно направлять меня так, чтобы я ловил ртом вкусные яблоки с пропущенной буквой. Ням-ням! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Правильная буква! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Ням-ням! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Правильная буква! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Ням-ням! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Правильная буква! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Ням-ням! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Правильная буква! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Ням-ням! У меня просто зверский аппетит! Хочу еще яблочек! Правильная буква! Давно я так вкусно не обедал! Спасибо, дружище! Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.
В этом лесу все грибы мои! Нет, мои! Ладно, пойдем разберемся, где чьи грибы! Сколько грибов! И все они мои! Нет, мои! Хватит ругаться уже! Я помогу вам разделить грибы! Это можно! Но только если ты себе ничего не возьмешь! Конечно, не возьму! Я не люблю грибы! У нас тут гриб с буквой «Л». Мне нужен гриб со звонкой согласной. Мне нужен гриб с глухой согласной. Как раз этот гриб я и хотел. Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. Мы нашли гриб с буквой «Ю». Мне нужен гриб с гласной. Мне нужен гриб с согласной. Хороший гриб, подходящий. Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. У нас тут гриб с буквой «У». Мне нужен гриб с согласной. Мне нужен гриб с гласной. Ням-ням-ням. Отличный гриб. Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. Мы нашли гриб с буквой «С». Мне нужен гриб с мягкой согласной. Мне нужен гриб с твердой согласной. Ням-ням-ням. Подходящий гриб, вкусненький. Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. Мы нашли гриб с буквой «Ш». Мне нужен гриб с глухой согласной. Мне нужен гриб со звонкой согласной. Ой, больно! Мы хотим еще грибов! Да, нам нужны еще грибы. И много. Мы нашли гриб с буквой «Ф». Мне нужен гриб с твердой согласной. Мне нужен гриб с мягкой согласной. Как раз этот гриб я и хотел. Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. У нас тут гриб с буквой «Н». Мне нужен гриб с глухой согласной. Мне нужен гриб со звонкой согласной. Спасите! Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. У нас тут гриб с буквой «М». Мне нужен гриб с глухой согласной. Мне нужен гриб со звонкой согласной. Отличный гриб! Мы хотим еще грибов! Да, нам нужны еще грибы. И много. Мы нашли гриб с буквой «З». Мне нужен гриб с мягкой согласной. Мне нужен гриб с твердой согласной. Ням-ням-ням. Подходящий гриб, вкусненький. Мы хотим еще грибов! Да, нам нужны еще грибы. И много. У нас тут гриб с буквой «Т». Мне нужен гриб с глухой согласной. Мне нужен гриб со звонкой согласной. Хороший гриб, подходящий. Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. Мы нашли гриб с буквой «Ё». Мне нужен гриб с гласной. Мне нужен гриб с согласной. Как раз этот гриб я и хотел. Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. Мы нашли гриб с буквой «Д». Мне нужен гриб с глухой согласной. Мне нужен гриб со звонкой согласной. Ням-ням-ням. Отличный гриб. Мы хотим еще грибов. Да, нам нужны еще грибы. И много. Мы нашли гриб с буквой «Ы». Мне нужен гриб с согласной. Мне нужен гриб с гласной. Ням-ням-ням. Подходящий гриб, вкусненький. Все, кажется, мне хватит грибов. И мне тоже. И зачем мы так много грибов набрали? Что мы с ними делать будем? Это все из-за Лунтика. Он виноват. Как трудно угодить гусеницам. Мы отлично справились с заданиями, а они все равно недовольны. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.
Думаю, самое время заглянуть в театр. Здесь столько интересного. Ну что, готов к представлению? Как всегда. Как всегда. Мы с Кузей снова решили показать фокусы. Да, и это будет потрясающее представление. Начинаем. Прими участие в нашем представлении. Загадай одно из четырех слов, а Кузя с помощью телепатии отгадает его. Всем тихо. Включаю свои телепатические способности. Играть. Проверяем. Поразительный результат. Действительно, играть. Я готов. Загадывай слово. Внимание! Отгадываю. За-да-ю. Проверяем. Получилось! Действительно, за-да-ю. Загадывай слово. Я жду. Всем тихо. Включаю свои телепатические способности. Ми-ла-я. Проверяем. Поразительный результат. Действительно, ми-ла-я. Я готов. Загадывай слово. Внимание! Отгадываю. Баш-мак. Проверяем. Получилось! Действительно, баш-мак. Загадывай слово. Я жду. Всем тихо. Включаю свои телепатические способности. О-са. Проверяем. Поразительный результат. Действительно, о-са. Я готов. Загадывай слово. Внимание. Отгадываю. Ха-рак-тер. Проверяем. Получилось. Действительно, ха-рак-тер. Загадывай слово. Я жду. Всем тихо. Включаю свои телепатические способности. Сов-сем. Проверяем. Поразительный результат. Действительно, сов-сем. Я готов. Загадывай слово. Внимание. Отгадываю. У-си-ки. Проверяем. Получилось. Действительно, у-си-ки. Загадывай слово. Я жду. Всем тихо. Включаю свои телепатические способности. Лет-ни. Проверяем. Поразительный результат. Действительно, лет-ни. Я готов. Загадывай слово. Внимание. Отгадываю. Читать. Проверяем. Получилось. Действительно, читать. Я продемонстрировал все свои способности. Спасибо за внимание. Какие мы все-таки молодцы. Молодец, ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. А что это у тебя, деда Шер? Шифрованное послание. Как интересно! А давайте его посмотрим. Я тут обнаружил подозрительную записку, но, кажется, она зашифрована. Ух ты! Как интересно! А можно ее расшифровать? Конечно, можно. Тут главное найти в слове ударный слог. Оно сразу возьмет и расшифруется. Давай попробуем. Поможешь мне? Тебе просто нужно выбрать ударный слог.
совсем неправильно получилось. Слово расшифровано. Люблю. А вот еще одно слово для дешифровки. Отлично. Играть. Вот, еще одно слово нашлось. Думаю, оно поддается расшифровке. Не получилось. Слово расшифровано. Светят. А вот еще одно слово для дешифровки. Отлично. Луна. Вот, еще одно слово нашлось. Думаю, оно поддается расшифровке. Мы расшифровали слово «звезды». А вот еще одно слово для дешифровки. Слово расшифровано. Высоко. Вот, еще одно слово нашлось. Думаю, оно поддается расшифровке. Мы расшифровали слово «прыгать». А вот еще одно слово для дешифровки. Отлично! Очень. Вот, еще одно слово нашло. Слово расшифровано. Холодный. А вот еще одно слово для дешифровки. Отлично! Самая. Вот, еще одно слово нашло. Слово расшифровано. Милая. А вот еще одно слово для дешифровки. Мы расшифровали слово «всегда». Вот, еще одно слово нашло. Слово расшифровано. Весело. И совсем эта записка неподозрительной оказалась. Это потому, что мы ее расшифровали. Да мы молодцы, отлично справились. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Пойдем! Мне тоже нравится гулять. Неподалеку от леса живет Корней Корнеич. А паук Шнюк сушит здесь свою паутину. Посмотрим, что там в лесу. А ты что здесь делаешь, Лунтик? Да так, гуляю. А нечего здесь гулять. Мы здесь всякие вкусности собираем, но с тобой делиться не станем. А со мной и не надо делиться. Я совсем не голоден. Ну, тогда можешь оставаться. Пойду-ка я от гусениц. Какие-то они жадные. До свидания, Пупсень. До свидания, Вупсень. Пока, Лунтик. Будешь проходить мимо? Проходи. Неподалеку от леса живет Корней Корнеич. А паук Шнюк сушит здесь свою паутину. Пожалуй, самое время пойти в театр. Здесь столько интересного. Ничего. Мы сюда еще вернемся. А ты что здесь делаешь, Лунтик? Да так, гуляю. А нечего здесь гулять. Мы здесь всякие вкусности собираем, но с тобой делиться не станем. А со мной и не надо делиться. Я совсем не голоден. Ну, тогда можешь оставаться. Кажется, пора освежиться. Как дела в пруду, Пискарь Иваныч? И не спрашивай, Лунтик. Сплошной беспорядок творится. Поможешь навести порядок в пруду? Конечно! А что это за пузыри, Пискарь Иваныч? Видишь ли, Лунтик, в нашем пруду завелись ужасные, вредные, неправильно написанные слова. И я взбаламутил воду, чтобы пузыри вынесли все эти вредные слова на поверхность. Вот только в пузыри иногда попадают и правильные слова, а мы не можем допустить, чтобы они уплыли из нашего пруда. Не беспокойтесь, Пискарь Иваныч, я вам помогу. Поможешь нам? Покажешь пузыри с правильными словами, чтобы они не уплыли? Правильно! Отлично! Замечательно! Отлично! Замечательно! Отлично!
Правильно! Отлично! Правильно! Замечательно! Правильно! Отлично! Правильно! Отлично! Замечательно! Правильно! Отлично! Правильно! Замечательно! Правильно! Замечательно! Отлично! Замечательно! Отлично! Правильно! Похоже, все вредные слова уплыли, и пруд очищен. Как это замечательно! Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Какие рыбки красивые! Хитрые рыбки растащили по пруду все слова. Они хотят, чтобы мы поиграли с ними. Рыбки сказали, что отдадут только то слово, которое пропущено в предложении, написанном в нижней части экрана. Поможешь мне поймать пропущенные слова? Замечательно! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Отлично! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Замечательно! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Отлично! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Правильно! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Отлично! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Правильно! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Замечательно! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Отлично! Приплыли рыбки, и нам нужно поймать пропущенное слово. Правильно! Ура! У нас все получилось! И рыбки довольны, и слова собраны. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Пойдем в гости к тете Моте. Здравствуйте, тетя Мотя. А что вы делаете? Да вот, к переезду в новый домик готовлюсь. Что будем делать? Кажется, там кто-то спрятался. Эти пиявки такие капризные. Пообещали вещи мне собрать, а сами развлечений требуют. Слова, видите ли, им сыграть захотелось. Так давайте сыграем. И ты туда же. Эх, старость, не радость. Ну да ладно. Мы решили поиграть в слова. Пиявки будут составлять слова из букв. А если одна из пиявок зазевается, поможешь ей найти свое место? Одна пиявка не может найти свое место. Щелкни по ней мышкой, чтобы остальных не задерживала.
что у нас тут получилось? Бабушка! Кажется, пиявки почти собрали слово. Только одна зазевалась. Помоги ей! Что у нас тут получилось? Лес? Одна пиявка не может найти свое место. Щелкни по ней мышкой, чтобы остальных не задерживала. Что у нас тут получилось? Дуб? Кажется, пиявки почти собрали слово. Только одна зазевалась. Помоги ей! Что у нас тут получилось? Оса! Одна пиявка не может найти свое место. Щелкни по ней мышкой, чтобы остальных не задерживала. Что у нас тут получилось? Бензин. Кажется, пиявки почти собрали слово. Только одна зазевалась. Помоги ей! Что у нас тут получилось? Луна. Одна пиявка не может найти свое место. Щелкни по ней мышкой, чтобы остальных не задерживала. Что у нас тут получилось? Цветок. Кажется, пиявки почти собрали слово. Только одна зазевалась. Помоги ей! Что у нас тут получилось? Тетя! Одна пиявка не может найти свое место. Щелкни по ней мышкой, чтобы остальных не задерживала. Что у нас тут получилось? Пруд! Кажется, пиявки почти собрали слово. Только одна зазевалась. Помоги ей! Что у нас тут получилось? Суп! Все, кажется, пиявки наигрались. И теперь им пора работать. Как замечательно! Мы столько слов выучили! Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Поможешь мне собрать вещи? Конечно! А что это вы тут делаете, тетя Мотя? Вещи складываю. Вот только эти старинные картины со словами никуда не помещаются. Но вы же их не оставите? Нет, конечно. Мы их разрежем и упакуем в бабушкино портмоне. Как разрежем? Естественно, по слогам. Ага, я понял. Поможешь мне разделить слова на слоги? Тебе нужно растянуть портмоне так, чтобы в него поместился ровно один слог. А вот еще одна картина. Ее тоже нужно упаковать. Слог отрезан верно. А теперь нужно отрезать еще один слог. Картина упакована. Вот картина. Ее нужно разделить на слоги и упаковать в портмоне.
Правильно! Нужно отрезать еще один слог. Слово разрезано по слогам. А вот еще одна картина. Ее тоже нужно упаковать. Нет, так не режется. Отлично! А теперь нужно отрезать еще один слог. Картина упакована. Вот картина. Ее нужно разделить на слоги и упаковать в портмоне. Слог отрезан верно. Нужно отрезать еще один слог. Слово разрезано по слогам. А вот еще одна картина. Ее тоже нужно упаковать. Отлично! А теперь нужно отрезать еще один слог. Слог отрезан верно. Нужно отрезать еще один слог. Картина упакована. Вот картина. Ее нужно разделить на слоги и упаковать в портмоне. Отлично! А теперь нужно отрезать еще один слог. Слово разрезано по слогам. А вот еще одна картина. Ее тоже нужно упаковать. Правильно! Нужно отрезать еще один слог. Слог отрезан верно. А теперь нужно отрезать еще один слог. Картина упакована. Вот картина. Ее нужно разделить на слоги и упаковать в портмоне. Отлично! Нужно отрезать еще один слог. Слово разрезано по слогам. А вот еще одна картина. Ее тоже нужно упаковать. Слог отрезан верно. А теперь нужно отрезать еще один слог. Отлично! Нужно отрезать еще один слог. Картина упакована. Вот картина. Ее нужно разделить на слоги и упаковать в портмоне. Слог отрезан верно. А теперь нужно отрезать еще один слог. Все картины упакованы. Спасибо, Лунтик. Пожалуйста. Это просто потрясающе! Ты выполнил все задания. Теперь мы сможем получить приз. А приз – серия мультфильма про меня и моих друзей. Ну что, пойдем играть? Thank you.
Нажми на эту кнопку, чтобы узнать имена тех, кто создал эту замечательную игру. Ты действительно хочешь уйти? Нет! Замечательно! Оставайся с нами! Ты действительно хочешь? Да. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. 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 Да. 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 Жаль, но я знаю, ты обязательно вернешься.